Шуга. Да, блять, там у Тойнета и Шуга есть, у Лейлура. Лёдряд. В ложах не стойте. На, то у тебя нету. Ну, а я, получается, сосу яйца. Я говорю, ты в следующем, значит, контенте лучше пуху полутаешь, чем все остальные. Меня в четверг ждет тени с Мимироной. Бля, я хочу себе косу нахуй. Они уже лежат вот, вот такие, только приди забери меня. Я ее хочу просто не на транс, если ты сейчас хочешь. Да, коса классная. Ну вот я бы на Африка себе косу взял, на Дестрика у меня посох бисовый. Я бы наоборот на Дестрика взял. Не, хуй-то. Вот нам мага повезло с посохом, блин. Жалко, это даже пушки себе упал. Он Заню тоже косал. Там процент небольшой, типа. А мы в прошлый раз собрали в хэме или обычку закрывали? То есть я в хэме в соло выхилил, подожди. Да. А, да? Сильный получается. Мы тогда... Один я вижу эту огромную синюю... Ну, да, это багается, типа. Да. У меня ни разу такого не было. Но я помню, как еще, когда... Пирокинез с нами рыбу был, поставьте. Все, кушаем. Я накидал скрин. Каску дайте там кто-то. По ДК. Я сейчас раздам. Я просто аж испугался. Сейчас я все рыбак. Так. Ну здесь у нас шаман не как в прошлый раз, так что должно быть немного проще. В прошлый раз у шамана был хп. Сколько в прошлый раз хп у шамана был? 1000, наверное, полторы. Хант от природы, да? 1.3. Вообще, ты мог бы мне саппорт дать, если есть в ГБ. Давайте я дам свой счастливый саппорт. Давай. Я его с собой ношу, уже фиг знает сколько. Просто на всякий случай лучше ходить с саппортом, чем без саппорта. Все, все готовы? Да, поехали. На пул, на буревестника. ДК пуляй. Говори, когда испалить, пожалуйста, будь добр. Вот сейчас диспалить надо. Там всего один диспал всего. Не, а в том плане, типа, что я типа за хилботов служу в основном, а не за тем, пасит он или нет. Бля, у меня лужа не работает. Диспел сейчас. А он же может сам тебе, типа... Ну, один раз может. Да-да-да, в следующий раз говори. Все по печеньке. Вот этот шаман умничка, а вот тот прям. Прям я сидел в наушниках такой плотный. Диспел? Тебе же ДБМ вроде показывал. Я же говорю, ну я вижу энергетический удар, но он мне в центре экрана, мне хилбот не надо. Так, все дошли? Разошлись. От уже. Все. Массакру все нажал. В ужу. Бабл массакру нажал. Бля, мне не работал. Хуй знает почему. Да потому что это не дебаф, а баф теперь. Еба в натуре, спасибо. Еба в натуре, спасибо. Все, дали херу. Диспел. Он заблочил, хорошо. Быстрее убиваем. Матас. Ты дастрик? Че за диспел? Диспелим. Бля, как Саша Грей нахуй. Всё.
Опа, еще плюс сверка сюда. Диск доступа к архиву. А что вот еще раз с вот этого диска падает? Это колголон тут. Меч на успех, либо распыл, либо трансмух. Трансмух? Горько, тебе на что? Трансмух. А, сейчас стрелятор, посмотрю. Стрелятор. Стрелятор же типа посох вот такой пиздатый. А, он ему на пыль, вот видишь. А, на пыль. Так, как ухо, вы... кинжал. Матео, отдай! Смотри сюда, нах. Ну отдай. Ну пожалуйста, он мне больше подойдет. Ну смотри, как тебе, на мне. Ну такой, типа, тот пизжа. Диск ролем. Блин. Он мне идеально, типа, подойдет, вот смотри. Ань. Ну 27. Шаман, мы с тобой чисто. 27, сюда. На пару. И шейка. Спасибо, Мата. Бля, я хочу такую шею чисто в Африке затестить. С хостой вместо островной. Это похоже не на меч, это похоже на кинжал, прикольно. Да ты охуел, что ли? Но, типа, ему тоже идет. Вышка, что у тебя за шея? Ну, Линкольн не просто. А зачем вам шея, если у вас австралийская? Угу. А, ну, а у тебя Матео какая? У меня 213. Так ты можешь за ОД купить 206. Ну, по сути, вышка выиграл, все. Ну у тебя же островская, зачем тебе это? Да я чисто хотел тупо фул хосту на Африке потестить. Я же зачем кольца-то паролил? Так у тебя тоже хоста там есть. Все, осталось два босса, прям... давайте фастом. В одного танка. Так, это на гигантскую кузню, да? Да. На ком мы только на этом? На Везексе только с второго или с третьего? На Везексе с третьего. А так все с первого троя. Это прям пиздато было. Опоздал на полчаса, в итоге закрыли все за вечер. Кстати, если бы мы ровно в 7 начали, то мы бы прям к 11 успели фул накс. Ой, или мы успеем сейчас? Успеем. Нет, там трэш на Игнис долгий. 15 минут у нас. У меня все сумки засраны. Кого вы там? Давай, ревист, вышка. Хлоп, вопрос. Вопрос. Угу. А вот это работает бесконечно? Раз. Да. Ну, там 5 раз. Нет, 5 зарядов всего, не бесконечно. А, 5 зарядов всего? Да. А где, а почему я не вижу заряда? Я тоже не вижу. Но мне сказали, что... А, типа... во, не, видно, там снизу 5-4 заряда. Мне сказали, что ты покупаешь, и потом крафтишь просто себе по КД. Не, ну да, он имеет в виду... Причина баф. Это мне Лёха чисто говорит, на. Он говорит, причем он может в рейде прямо всем чарить эту штуку, короче. СР, что не хватает? Не знаю, каска висит. Может, не скликнул? Ну, он здесь. Как, здесь вот так сделаем? Все, давайте. Возьми. Я запускаю. Лейлур, возьми от огня. На полный ТК. 6700 разогнал, в принципе, типа, с хорошим шаманом. Косты сбиваем. Шаман, косты сбиваю вот этих мелких. Плакаешь. Сейчас аккуратно, на полу нет. Можно попробовать с первого раза перевести, а у нас сфера нет, ладно. Не захотелось.
Че, пускает? Давайте, давайте. Кто запускает? Давай. В лужах только не стойте. Там лужа лежит. Давайте Еру. Так, а да. Бля, там трэш вышел один этот большой. Давай, танк забери. Даже больше 33-34 где-то будет. Под Ярой могли бы вообще даже попробовать перевести. Бля, пизда. Башка болит уже. Еще полтора босс. Бля, у меня полтора. Там на Игнисе все, что надо думать, это Машку нажать на сапку. Вовремя. Ну и прохилить нормально. Ух, сейчас по мне улетит, блядь. Ревис, дай бар. Даю. Как ты умер? Семечку он кинул. И две молнии закастовались. Мотал, блядь, флакер. Ясно. Что, давайте переводим. Под лицом не стойте. Вар держит там. В смысле ДК. Просто вар... стоит. Вар в смысле ДК. Дайте каску. Типа. Милики, аккуратно. Лицо не стоит. А ты опять его размотаешь. Я, блядь, стою сзади. Опять? Ну там сам тебя находит. Ой. Давай мы там соси. Соси как никогда в жизни. Так. Умерись. Глаз про бабки. О, СР такой. Сюда. СР приоритетом. РДДшником, точнее. Больше некому тупо. СР такой, папочка. Unroll. Такой Эрсар Бассей такой. На успех рольте. Эрсар, ты доволен? На распил. Саня, можно я в кота упаду? В смысле, ты хочешь в коте? Да, я хочу не лагать. Точнее, не зависеть от лагов. Давай, по 10 балочки, насколько ты доволен, Эрсар. Так, право моба давай в покаяние, Рейтрик. Подожди, еще не все пришли. Я бегу. Давайте, подходим ближе. Все, право покаяние, давай. Все, бьем. Так, отошли милики, у кого там 10 стаков. Буква Ю. Похую.
Ну классно. Хочешь купить? Да не, я сланца обычно. Сейчас буду говорить, кто сбивает каст. Если что, одну в бан кидаете. Если сагрим две. Я же могу тоже сбивать, ты помнишь, да? Да, я ж про рейтриков не забываю. И паладинов вообще. Ну смотри. Давайте с правой стороны. Хотя сложно события. Пиздит постоянно весь райдель. Пиздит. Отошли, отошли. Тотемы убрали. Тотемы. Ага. Да, ладно. Про это забыли. ДК грипаешь. Я грипаю. Это буду долго вспоминать теперь. Матаус лакер всегда. Следующий горка Люся. Хорошо. Если будет. Хорошо, я не дал. Могу давай сбить. Ты сейчас. Следующий ретрик. А он успеет вообще? Нет. Успел. Где сбив коста, я не вижу. Я Машку нажал, короче. Я не хотел умирать. Так, тут кажется, мне надо одну забанить. Давай, от его. Ну ты же перед боссом подождешь, пока Машка отходится. Так, ДК грипнешь. На косте. Ясно. Давай, давай, за мной. Да, 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 за мной, прям в воду меня. Ты. Она меня в воду затолкала. Чтоб ты остыл? Я не знаю, она просто пол вот этого пространства просто за мной шло. Я не падал просто. Улипал, давай. Я далеко. Ладно. Я же говорю, я в воде. Я next. Меня прям до конца. Я пошел далеко. А можно, пожалуйста, меня не трогать больше? Ну я сбивал перед этим. Да окей. Отъебись от меня! Оно просто не... Он такой, не-не-не, сегодня я буду ходить за тобой. Стоп, по голему, пускай сейчас он соберет ДК. И мелизон, на пол, а? Стрелами. Мелизон останьте. Все, давайте. А чтобы такого не было, только хан пустит далеко. Все, мелизон. Матео! Все мелизоны. У тебя отдельное приглашение? Или как? Ну, уже Матео. Дайте Матео в дискорде, пожалуйста, роль слайка. Так, один сагрин крейду. ДК стоит в красной метке, хант напуливает. Стой, не стой. Никто не бьет, пока босс не подойдет прямо в красную метку. Дайте поесть, подождите. Поставьте рыбку, потому что падали люди. И дайте кулку, пожалуйста. ДК, можешь сразу становиться в крест? Хант напулит, и он сразу побежит к тебе. Да, можете хуярить хоть там, когда он стоит. Хорошо, но в крестик все равно. Потом пойдешь. Дайте кулак, да, Юрча. Кулак есть, все есть. Прорывистый кулак вместо МП5. Почему ты в коте захотел? У меня тут очень сильно падает. Я хочу 5% FPS. Крита просто. А, я понял. Все, давай, ДК пуляй. Дайте лапку, кстати. Лапку дайте, обновите. Все. Все стали возле креста. Все стоим, РДД, милики, без разницы. И стрелятор что такой, пам-парям, моя игра.
Так, я первый жму Машку, массакру, а потом ты жмешь. Хорошо, Лейлор? Кирку давайте. Я сам себя прохилю, вообще хилюжай. Машку дал. Почему у меня свет небес 0.5 только что было коста? Я сейчас не понял. Массакр нажимал. Нет. Нажал массакр. Ебучий рот, сука. Лейлур твой следующий. Блима. Да, такая камера, нахуй, из-под воды хуй увидишь. Я из-за этого смотрю чисто вверх. Ну, вид сверху. Ну, когда подкидывает, меняется. Лейлур, твоя Машка. Хорошо. Ребята, вообще просто ладошку дал. Почему не здесь и ноты? Да. У меня 30 секунд Машка. Кажется, ну стоит так. Блин. Это и так прохиливается. Шаман, ты можешь себя же хилить вообще? Не забывай. Сколько процентов хп от у меня забавно вообще? Много. Найс, сосать начал, блин. Ну ты меня не догонишь. Я только разогнался. Еще дайте мне клемму. Сколько процентов, скажите? О, успели. Понял. До 11. 2 минуты осталось игры. О, древко увое. Обое. Так, БЕшку... На фласочке. На фласочке чисто. Да, я ж говорю, типа, у меня есть на ДД, на танка и на СПД. Может, ты мне сразу сферы дашь? Древковое, давайте. Сейчас. Ну, вообще, мы, у нас собрание будет попозже. Хорошо, хорошо, почта. Наверное. У меня, типа, в очереди. Первый. Кому на успех? На распыл. Бить больше некого и рожи, но у нас. Все, всем спасибо. Всем спасибо.